Гости из Астаны были приятно удивлены. Действующий фронт шымкентского городского акимата не имеет аналогов в республике. Здесь оказывают помощь желающим приобрести жилье. В связи с принятием государственной программы 7-20-25 в информационном центре гражданин может получить ответы на все интересующие вопросы. По словам руководителя управления строительства, по данной программе в Шымкенте готовы 136 квартир в 8 жилищных комплексах. До конца года будут сданы еще 275. Вот после 2025. Во-первых, обеспечить малообеспеченные граждан жильем. Сделать, дать им возможность, все-таки, несмотря на то, что ничего бесплатного не бывает, хотя бы как в приемлемых условиях по льготным ценам получить свое жилье, да, выкупить, купить свое жилье. Второй момент – придать импульс жилищному строительству, потому что сегодня мы видим, что темпы его немного снижаются. Третий очень важный момент – возобновить ипотечное кредитование не только со стороны государства, но и со стороны частных банков. Затем гости ознакомились с реализацией четвертой инициативы – расширение микрокредитования. Предприниматель Талгат Сыдыков рассказал, что благодаря государственной финансовой помощи в размере 5 миллионов тенге в виде кредита по низким процентам он смог заняться расширением производственных мощностей своего бизнеса. Затем члены Республиканского общественного совета и депутаты Мажилиса парламента встретились с предпринимателями региона. В ходе беседы были затронуты вопросы развития массового предпринимательства и продуктивной занятости в городе Шымкенте. Бизнесмены, в свою очередь, открыто говорили о проблемах. Я приехала из Толюбийского района, обучалась предпринимательству, взяла кредит и начала разводить животных. Сейчас хочу заняться гостиничным хозяйством. Но правда, у нас 85% кредитов выдается на развитие животноводства. Хотелось бы, чтобы в правительстве обратили внимание и на развитие гостиничного хозяйства. Ведь если мы хотим развивать туризм, необходимо, чтобы и сервис был на высоте. Все эти темы были затронуты и на рабочем совещании с участием членов Республиканского общественного совета по контролю реализации 5 социальных инициатив президента Республики Казахстан в городском акимате. Высказанные мнения и предложения обязательно будут обсуждены еще раз в вышестоящих органах. Шанар Оразова, Давран Абдиев, Ерлан Бексаидов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».